Лор – рентгенолог, фтизиатр, врачи общей практики. Николаевская районная больница нуждается в специалистах. На балансе медучреждения 21,5 тысячи пациентов. В структуру здравницы также входят врачебная амбулатория, Барановская участковая больница и 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас здесь трудятся 42 врача и 200 человек среднего медперсонала. Большая часть сотрудников – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Конечно. Потребность в медицинских кадрах у нас имеется. И необходимы фельдшера на фельдшерско-акушерские пункты. У нас 3 фельдшерско-акушерских пункта без фельдшера. Поэтому нам нужны, очень нужны со средним медицинским работником. И у нас потребность, конечно, имеется и во врачебных кадрах. На территории больницы несколько корпусов, и теперь каждому из зданий есть удобные подъездные пути. В 2020 году территорию медучреждения заасфальтировали и благоустроили. Помогла в этом одна из программ регионального департамента автомобильных дорог. В 2019 году по программе модернизации здравоохранения здесь отремонтировали поликлинику. В 2020 по той же программе преобразили детскую консультацию. В детской консультации теперь имеются все условия и для кормления ребятишек, и для отдыха ребятишек, и для... Кабинеты врачей очень комфортные, очень удобные. А у каждого врача свое информационное пространство. Все кабинеты оснащены компьютерами. Отныне отделение соответствует всем стандартам бережливой поликлиники. Но стандарты скорее для взрослых. Детям яркие краски и уют. Для детей комфортность какая-то. То есть они приходят как, ну, в комфортную зону, а не так, что вот пришли. Для них же все равно яркие цвета, рисунки. Вот здесь вот стена такая красивая. Все это важно. В больницу также закупили новый маммограф. На аппарате уже успели сделать 1500 снимков. На днях медучреждение завезут передвижной флюорограф. Рената Люлова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ из Николаевского района.